44 передвижные камеры фото и видеофиксации нарушений правил движения работают на дорогах региона. Они выявляют случаи превышения скоростного режима. Это, по словам сотрудников ГИБДД, основная причина аварий. Технику расположили в местах концентрации ДТП, чтобы нормализовать обстановку на дорогах. Большинство передвижных камер на дорогах сейчас сосредоточено на дорогах Тюменского района, потому что именно здесь наблюдается большой рост дорожно-транспортных происшествий. В частности, аварийность на федеральной автодороге Тюмень-Омск в Тюменском районе выросла почти в 5 раз.